Вижу, вижу. Бил. Он где-то оружие свое скинул. Что? Навесом кое-что? Не, сверху. У палатки. У палатки не ты? Нет, я под тобой внизу. Палатки чел. За ней знаешь, уже. Она, да? Да. Я думал, ты стоишь там уже. Не, я тут далеко. Упал. Дал хаешку на правую сторону. Взорвал его, походу. Да-да. Кто еще орал сейчас? Я не знаю. Ходит это по дереву. К нам бежит. Бил. Какой-то шустрый он, возможно, не один. Второй камень. Не вижу. Уверен? Там где-то был. Либо слева. Ну, понятно, нифига. Ну где-то у второго. Меченые камни. Насыпь эта маленькая, понял? Да, вижу. Блять, ну замри, чел. Убил. Про этого я буду смотреть. Капец типы. Тоже хорош. Да. Знаю, что случилось с лесом, но мне нравится. Тоже налево ушел, там палат. Хорош. Хорош, идем. Где второй там был? Второй. Там же. В палатке? Да, по-моему. И руки устали, ты один. Он за палаткой слева. Принял. У этих башни это. Прячься. Если он вылезет, я убью его. Не рискуй. Он там за коробкой стоит. За антенной. Хит. Убегает на мины. Убегает дальше, здорово. По левой, да? Убил.
Он где-то оружие свое скинул. Что? Вот труханул так. Етить. Это профессионалы, блин, конечно. Где-то СВДшка у него должна быть. Посмотри, может быть, теплак увидишь где-то. Увидел меня? Угу. Вот он бежал вот так, смотри, вот как я иду, он так бежал примерно. Вот здесь под елкой. Вот я иду, вот под этой. Вот она. Блять. Хочешь посмотреть, как видна? Еле-еле вообще. Да ладно. А у него тоже теплак, потому что... Понял, блин? Ёпки, ну вот ты видал? Типа убили, короче, этого тиммейта. Все, давай раскидывать по кустам. Себя причем раскидывать. Да. Я ему хорошо попал. Передо мной чел. Убил. Чья война? По мне стрелял черепок, я убил его. Справа от тебя. Ну, от него выстрел. Судя по всему, мы на Германии. Чему? Ну, типа, они shoot the Hans. Ты кто? Не знаю. Ты мне подалеку, у меня на старом платнике. Очень много народу, это не вы, я понял? Блять. Думал, вы уже подошли ко мне сзади. Не-не-не. Ты с теками двое. Не знаю, кто за света. С левой стороны, где камень. Угу. Кто-то пробежал, не увидел кто. За машиной, по-моему. А, за машиной. ЧВК. Сейчас в будку зайдет, а где второй? Там же, двое в будке. Дальше за камень не ушел. Угу. Текстура камня. Он слева от камня пикает аккуратно. Ну давай, высунься. Минус. Капец, ты вот мне сказал двое в будке, я туда смотрю, без оптики, да? А там, как бы, новые красивые тени. А-а-а. И у меня там... И у меня там вообще никого нет. Опять шутся, Ханс. Ёптыч. Он же? Да. О, и этот второй, который меня убил в той катке. А, вот они тоже, наверное, двойка играют. Значит, это его тиммейт был там. Не видать? Слева лежит кто-то там между камнем, труп, по-моему. Двое бегут в камнях. Вправо бегут по камням перед нами. Увидели. Хит одному дал. За камень. Давай. Они здесь за камнем были примерно? Да-да.
Даю еще. Сидит, сидит, сидит. Слева камушек маленький, плоский. Убил. Угол даю под этот камень. Лежит, по-моему. Либо труп. У этой дерево, первое дерево голое. Первое дерево я убивал, типа. Меня убили. Ты что такое? Думал, это ты. Так я рядом, у тебя в 10 метрах бота лутаю. Он зашел ко мне внутрь. Ящик лутает сейчас. Ага. Двое, по-моему, тогда. Где ты, нахуй, ты бегаешь? Да, и твое. Блять, трое что ли? Нет, еще один бот просто идет. Вон он, они еще с повязками, как у тебя фиолетовенькие, понял, да, прям? Лутали бункер, пока там все дела шерудили. Мы добежали сюда. И они перебежали дорогу, получается, прибежали. Они по-любому оттуда, да. Я думаю, что они там на гнезде заспавнились. Либо знаешь, где скала два ящика? Вот оттуда. Я тут еще бежит. Куда пропал? Ага. Минус еще один. Вот, они стреляют по нему. Я пока не палюсь, жду, пусть выйдет в опен. Ты палишься, да, уже? Да, убил, по-моему, одного. Там три. Еще бегает. Нет, слева. Кто-то умер там. Это ЧВК был, да? По-моему, да. Я не знаю, да у меня они все одинаковые. Это на бота похоже. Может, я не знаю, для меня все одинаково. Опа. И всякие. Убил. Что по мне? По тебе, уверен? Слева, слева, дерево. Ним пролетело. Это ничего, блин. Один все-таки был. Ну, вижу тут одного только. С ТХ-кой. Пока складил зеленую. А ТХ-ка и стреляла вроде как по звуку-то. И на снайперской скале кто-то шифтует, бегает прям. Да, скорее всего, по-любому ЧВК на снайперской скале. Вот, никогда там не бегает. Да, да, да. Двое, двое на снайперской скале. Я бегаю через антенну тогда.
Все там бегают, прыгают, веселятся. Напугаю их немного гранатами. Этих знаешь ты откуда можешь увидеть? С новой территории над старым платником. Они на тот камень, походу, спрятались на дальний. Пойди, стой. Слышу, он ходит медленно где-то. О, ты попал, ты попал. Ну, по-моему, убил там еще один. Убил меня. На камнях сверху, да? Кажется, он не понял, что убил тебя. Угу. У меня есть такой. Сорвал его. Вот про это место я и говорил, где они могут спрятаться. Там только с тех камней это место видно. Етить, он назаряжал магазин. БПшка поездка, БПшка поездка. Где-то гайдов начитался, видимо. Да, да. Да. Сидит! Мышара! Убил. Броню мне покоцал, зараза. Вижу. Вижу, вижу. Уходит, вижу, вижу. Бил. Че, у нас сзади опять за выстрелы были? Сейчас докину патроны. Не знаю, что происходит. Так, это М-ка, Ремингтон. Блять, это прямо вот деревня, прямо четко деревня. Пойдем туда, наверное, они туда скорее всего ушли уже. Где я покажу? Я возле дома, где под кроватью тебе показывал спал. Правая, правая, да, сторона, по-моему? Сторона ближе к лесопилке, левая. Они где-то в доме ближе к мосту. Тоже по левой стороне. Блин, я тут у моста. Вот кого-то стреляет он. По мне. Они в поле, за домом. Я... Где вы магазин? О! Капец, плохо. Я бегу, я держусь. Их несколько, что ли? Один. Ты у синего забора? Да, я с дорога. Я на дороге. Встал, стоишь, да? Леса. Нет, я хожу в машину, газели. Блять, мог убить его.
Дал гранату. Убил. Ты меня походу взорвал. Как взорвал? Я расстрелялся по 90 сейчас кого-то. Я на гранате подорвался. Да, ты меня взорвал. Ты за забором был, Вит? Ну, я знаю. Ну, это вот у нас как с Мэттом было на стриме. Что меня тоже через примерно такой же забор убило гранатой нахер просто. Я, получается, с торца этой помойки. Да, я понял теперь-то. Ты нашел меня, вот где я хожу? Да, 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 да. Вот там я взорвал. Но он был с этой стороны забора, а ты с той стороны забора. Я ему кинул на эту сторону забора, считай. А тебя убило за ним. А это кто лежит? А, вот он убил типа с АКМом. Я сейчас тут на машине туда и выйду быстренько. Такие вроде бы. Да-да-да, вышел, вот с палаточки ходит. В палаточку а опять зашел. Сейчас будет выходить, вышел. Столик посмотрел. И не умер. Попал, да? Умер, умер. Это только звон слышу по металлу и все. Угу, тоже что громко так показалось. Это что? Да. Ш-12, что ли? Блин, кусочек плеча только вижу, надо, чтобы он вышел оттуда. Там два трупа, да, сейчас лежит, по-моему? А, вот, идет, идет. Идет, идет, идет. Лег. Лег. Готово, только ноги подлетели. Давай быстренько посмотрим, до центра пойдем, там штурман кого-то развлекает. За чекумба у него. А что 12? Тихо, ходит кто-то с другой стороны, с противоположной от нас. За антенной. Бот ходит, спустился, как мы зашли на спуск туда. По-моему, бот, не знаю. Куда я смотрю? Вот тут. Перебегаю туда. Закрыто в торце. Ой, по мне, по мне, по мне. А закрыто. Бил. Бот, что ли? Не знаю. Тихо. У меня есть всех в упоре. В открытом у воды. Убил. Иду к тебе. Ага. Стоит, по-моему, он. Слышу, стреляет. Лег лутать, вижу. Минус. Вот Юсек. Это антенна. Угу. Это не снайпер. Шумишь. Двое. Один слева, один справа. Один слева на камнях прямо. Минус один. Один справа на камнях со СКС-кой.
Что это? Не знаю, это нам, походу, снизу. Ну, либо сверху кидал вниз на СОП. Мы же вверх не дочекали. Не, сверху я... Вот он! Бил. Бил я, убил. Ага, блядь. Тут бэмбики подрались. Они пострелялись полчаса. Блять, меня бот убил. С километра дробовиком. Секунда оставалась, чтобы я не вышел. А ты вышел? Нет. Я говорю, секунда оставалась, чтобы не вышел я. А, ты в бункере выходил? Девка ебаная! Да иди ты. Да ёб твою мать! Все. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.